Тулы местный житель подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по части насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в отношении 37-летнего ранее судимого мужчины. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. По версии следствия, в сентябре 2017 года в ночное время суток в квартире по месту проживания подозреваемый, воспользовавшись тем, что супруга находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении, совершил отношения 11-летней падчерицы насильственные действия сексуального характера. В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время планируется предъявление обвинений и направление в суд ходатайства для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.